71-23. Ты что? Дерево, что ли? 39-38. Давай пока переключай на специалиста. Фиксатора. Сфинктера переключай. Сфинксируй. Да, чё ждём? Ёлки зелёные, я уже носок один надел, сейчас в отделение буду идти. Сейчас перевожу вас на старшего специалиста. Переводи уже. Да, добрый день. Давайте решать вопрос, что происходит с моей картой. Давайте разъясните. Я сейчас или в отделение пойду, или срочно буду звонить на горячую линию. Что происходит? Вы откуда звоните? Откуда звоню? Так успокойтесь, пожалуйста. Можно представлюсь. Так а как я могу успокоиться? Ну, что вы говорите? У меня 500... Так, слушайте. Так, еще раз. У меня сейчас 500... Так, стоп. У меня 523 тысячи на карте. Вы мне говорите о том, что у меня с карты переводят 4 тысячи. Кто переводит? Я не перевожу. Что происходит? Вы из службы безопасности звоните? Все верно. Служба безопасности Сбербанка. Меня зовут Константин Анисимов. Да вы очень медленно это говорите, как вас зовут. Вы можете быть более расторопными. Дело в том, что с карты переводят деньги, поэтому их нужно сохранить. Давайте что-то делать. Знаете, что давайте сделаем? Сначала вы возьметесь, вот, наверное, этаж на 25-й, может быть, подниметесь, и прямо оттуда вот лицом в асфальт. Вот это будет самый оптимальный вариант. Только после того, как ты отсосешь у предыдущего звонилки, хорошо, пидорок? Съебался нахуй отсюда, долбоеба кусок. Хорошо, все. Давай, пиздуй, долбоеб. Ну съебался же, говорю, ёб твою мать, блядь. Чё, не доходит, что ли, тупорылая свинота, блядь? А что, блядь, чё, не доходит, блядь, походу. А почему ты такой токсик? Токсик. Так что съебался нахуй отсюда. У меня ощущение сейчас, судя по твоему голосу, что на том конце трубки сидит лицо, блядь, маленькое, и при этом огромная голова. Так что давай съебался отсюда, блядь, лечиться, да? Понял, блядь? Уёбок, блядь. Ага, блядь, давай, подчиняйся, блядь, дрянь. Подчиняйся, блядь, вопросы здесь задаю я, ты только отвечаешь или киваешь своей огромной головой. Ага. Ага, правильно, кивнул, блядь, красава, а теперь съебался нахуй отсюда. Или позови, блядь, еще какого-нибудь, блядь, специалиста, блядь, гораздо умнее, который, чем ты, блядь, тупорылая свинота. Блядь, какое же ты глухое существо, а? Вы там все, что ли, в этом сарае, блядь, такие тупые и глухие, а? Ты почему акаешь, блядь? Тебя сейчас поёбывают потихонечку. Кто-то медленно и незаметно тебя сажает на бутылку, что ли, блядь, акаешь? И чувствуешь, блядь, как трещины в твоем сфинктере появляются, а? Акает, сидит тут, ебланайка. У тебя был шанс, блядь, безболезненно съебаться минуты две назад, блядь. Нет, ты выбрал болезненный вариант, и сейчас сидишь и постепенно погружаешься на бутылку правосудия. Пошёл нахуй, короче. Утомил уже.